Ноги не прямые должны быть. Ступни немножко внутрь вогните, чтобы быть более устойчивым. То есть, видите, вот я сейчас. Да. Вот видишь, я могу столкнуть. Устойчиво стоять. Вот, теперь в таком положении делаем шаг вперед. Теперь с ударом. Шаг и в конце завершаем. Помните. Вот. Удар, конечно, вперед. Руки расслабьте. И выдыхаем. Что я потом не достал? Смотри, он бьет, давай. Окей. Видишь? Вот. Пресс у меня уже защищен. То есть, если я, например, не ушел, вот. У меня пресс защищен. И теперь вторую точку делаю. Сделаю шаг. И вторую еще раз. Так, тоже ступеньки сзади нарежу, смотри. Поставлен, то вообще нечем как бы работать. То есть нужно понимать, против чего и откуда что берется. Да, отлично. Шаг. Вот. Вот то же самое, только ты по ней должна идти, как бы я не пью. У тебя как бы вот она, да, рука здесь. Ну, как ты делаешь? А? Не-не-не. У меня как рука вот здесь была, она у меня туда обратно.
Ну, у меня сюда брабчик приходит. А тут я на таком строении, что я смотрю, как встаю. Вот мои защиты, да? Вот мои защиты. Ну как? То есть раз, два. Посмотрите. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Уход. Снял. Правый удар. Вот. Меня реально бей. Вот. Вот. Ну, единственное, не в сторону, а вот в живот. И вот мы начинаем работать. Вот. 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 И я вот здесь обозначаю. Сместился, вошел, ударил. Оп. Вот это, что делаю, есть в игровой форме, да? Я руку сейчас не останавливаю, а посмотрите. Я ее вкладываю. В принципе, вкладываю. И вот я как бы вхожу. Вошел, вошел. Знаешь, только вот сюда и вот. И вот мы начинаем. И вот у нас у обоих работают ножки и двигаются. Первый отрав... В схеме штурмового боя я не буду, то есть вот это и вот это убирать, а буду вот так входить для того, чтобы дальше работать. Раз. Теперь вынос и проход. Сначала четко защита, смотрите. Защита и уход с линии огня, с линии атаки. В данном случае могу ногой подбивать. Или же моя нога начинает просто смещая центр масс, центр тяжести. Фехтовальное движение, которое раскладывается. Вот, еще раз. Посмотри. В данном случае я разложил только рукой. Ты видишь, нога моя. Еще раз, посмотри, видишь то, что я делаю? И теперь вот он, все, я его встраиваю. Отрабатывает ту форму, то, что сейчас вот, показал Роман. То есть он отрабатывает вот эту ударную технику. Раз, два. Только сейчас ручки для начала расслабьте. Слишком акцентированно не вкладывайте. С учетом того, что если человек не снимет туда. И наработки уже можно будет вкладывать. Так как работаем без защитных средств. Но второй, вот сейчас просто одной рукой передвигается. И, ну, для начала это просто линейные техники фехтования. Потом будут более сложнее круговые. Идея понятна? Пошел. Оп. Раз, вот. Вот. Оп, ушел. Видите, я его растянул. Дальше первый элемент. Пробуйте. Защита, смотрите. Защита и уход с линии огня, с линии атаки. В данном случае могу ногой подбивать. Или же моя нога начинает просто смещать центр масс, центр тяжести. Фехтовальное движение, которое раскладывается. Вот, еще раз. Посмотри. В данном случае я разложил только рукой. Ты видишь, нога моя. Еще раз, посмотри, видишь то, что я делаю? И теперь, вот он, все, я его встраиваю. Вот, да, пошла рука, не важно. Вот, раз, уйти. Уйти, оп, сюда, вот. Смотрите, вот, вы должны уйти сюда, вот он в стене уже, головой, опять, уйти, раз ушел, здесь, смотрите, я, оп, удар произошел, пока вы раз уходите, вот смотрите, вот локтем я ему сюда попал, уйти, потом, видите, я его в стену, туда, здесь, раз, вот движение.